хочу поблагодарить вас. Вы оказали мне огромную услугу. Вы помогли мне остаться в Америке. Это я должна благодарить вас. Всем доброе утро. Ты уже тут? Она сама туда запрыгнула? Да. Она умеет уже с этого. Она, я ее туда посадила, оттуда запрыгнула сюда. Но она отсюда слазить умеет. Да, на кровать прыгает. Да? Да. Ты видела? Я просто видел, как она один раз на пол прыгнула. Нет, я видела, как она на кровать прыгнула. Ну так что? Прыгай. Так, у нас уже утро раннее. То есть не раннее. Ну, мы встали рано, уже не раннее утро. Сейчас будем завтракать, да? Угу, я завтракать. Села уроки делать. Не знаю. На твое усмотрение. Даю тебе волю выбора. Поле выбора. Право. Море. Не, море выбора. Может быть, блинчики? Блинчики будут на обед с мясом. Mm-hmm. Мы же вчера с тобой договорились. Что у Пума? Ладно, все, я пошел дальше. Да, зал? Заниматься, да. Дальше заниматься, а ты уже начинал? Я уже начал. А, ну ладно. Ну, пытался начать, пока мне Пума не мозг не вынесла. Зай! Снимаешь, Катюша? Катюша готовит омлет с помидорками, лучком. Делаем, да, и что там еще? Еще и сыр будет. И тебе я хочу отдельно сосисочки под а ты не будешь? Пожарить. Не, я сосиски не хочу. Mm-hmm. Я уже когда-нибудь рассказывала, что я хотела... У меня было две профессии, которые я очень хотела стать. Рассказывала? Это повар и дантист. Ну, вроде да, но я не помню. Не, тебе рассказывала, но не знаю. Не, ну я на камеру думаю, что да. Помнишь, когда мы с тобой... Видео снимали совместно. Ответы на вопросы вроде нет. Яйца? Или яйца. Ну, нет, что-то мы затрагивали. Всегда хотела стать поваром. Мне очень нравилось готовить и нравится готовить. Вот, но когда... готовить для себя. Да. Но когда... Я хотела пойти учиться на повара, но когда я приехала в Европу, и у мамы подруга, и у подруги был муж, и он был поваром. У них свой ресторанчик был небольшой. И он меня учил некоторым трюкам разным. Вот, то есть я была заинтересована в этом. Но потом поняла, и Сандро мне рассказал, Сандро его звали, что в Европе больше ценятся и более открытый и легкий путь стать успешным поваром у мужчин. Да, не любят женщин на этом. Но это именно в профессиональной деятельности. Вот, ну, именно чтобы стать шеф-поваром, получать звезды и все остальное. А так, если просто в какой-то кафешке работать, то проблем нет. Но... Ресторанчики. Да, какой-нибудь ресторанчики. Но потом как-то у меня эта мечта угасла. Я теперь готовлю дом. Да. Вот так вот. Так, мы уже почти завтракаем. Да, остался сахар. Слышите, как у нас коты орут? Я не знаю, кот это или кошка, но соседи ее выгоняют на этот, на террасу, и она там постоянно орет. Но вечером умолкает, кстати, видать, до вечера устает и идет спать. Не наша красавица. Ну, он сидит на балконе, слушает пение. Красиво. Пение своих сородичев. Кстати, не убегает, по-моему, у нас весь все утро открыт балкон. Она зайдет, выйдет, зайдет. Как они орут, бедняги. Это один кот или одна кошка? Мне кажется, там целая семейка. Смотрите, какая красота. С петрушечки собственного огорода. Так что мы будем кушать, зайчик, с тебя хлебушек нарезать. Да, и всем приятного аппетита, мы смотрим сериал. И, короче, сейчас быстренько все сделаем и все. Не урони камеру. Не уроню. Ладно, все. Всем приятного аппетита. Пока. Живот бурчит. Всем приятного аппетита, пока.
Я смонтировала видео для Sweet Home. Вот, в это время Ваня занимался, готовился. Ты напал. Я думала, ты прилег на диванчик. Я хочу, чтобы она на спинку наступила, у меня спина болит. Вот так? Не, там не внизу, выше. Выше? Давай. Давай. Опа! На позвоночника по бокам. Ой, ой, давай по бокам вот здесь. Ты что, не выспался, Зай? А? Нет? Так мы ж долго спали. Так учеба же это, такое дело. Начал учить уроки. Что-то вообще-то не помогает. Давай я сяду. Я котлетка. Ты котлетка? Все, мы это. Нам и на полу хорошо. Тебе не холодно? Только хватит. Не текут. И хватит есть мои волосы. Опять на полу. И кто это у нас здесь кушает, поедает? Хотел сказать, пельмени. Катя уже хомячит. Да, сидит и кушает. Я уже тоже сейчас буду. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Ты такая молодец. Спасибо. Это все Катя сделала. Я ей вообще даже не помогал. Ну, как всегда. Я могу посудку помыть потом. Просто мы надеялись на что-то более романтичное. Всем приятного аппетита. Да, от нас. От всех нас. От всех нас. Нас же много. Который час я здесь уже сижу и долблю эти уроки. Ну, слушайте, это просто ужас. Нельзя столько заниматься. Да, Зай? Это просто, это нереально. Я учу, я сейчас скажу, что это. Интеллигенция артифициаль. Я по-русски не знаю, как это будет. Короче, здесь всякая фигня. Короче, весь день я провел за уроками, ну, не считая время, потраченное на покушать. И так вот у нас прошел весь день. Катя там от скуки помирала весь день. Ну. Я уже видео смонтировала. И другое видео смонтировала. Идем. И чиков напекла. И уже и полежала, и посидела, и постояла. Боже, какой сегодня скучный день. Мне осталось только сесть и расплакаться. Потом сесть, поржать. Потом просто лечь спать. Я смотрю сериал, который уже досматриваю. Последний сезон. Больше нету. Начну смотреть какой-нибудь другой. Ну, одно радует, что у меня это последний экзамен. Да, я уже жду, когда он закончится. У меня еще завтра такой же день будет. Ну, завтра мы хоть выедем. Да. Я думала сегодня куда-нибудь пойти, прогуляться, я не знаю. Туда, куда я хочу, там, где мне реально будет интересно пройти погуляться, туда ни поезда, ни автобусы не ходят. А машины у меня нет. И водить я не умею. И прав у меня. Ну, как не умею. Под присмотром умею, прав у меня нет. Велосипеда у меня тоже нет. Есть. Короче, на балконе. Он большой и громоздкий. И... Короче, я сегодня никуда не пошла. Бедняжка. Я сегодня провела день как пума. Поспала немножко. Не, пума сегодня прекрасно провела день. Она хоть поорала. Ты-то не орал. А это идея, надо поорать. Иди на балкон, парень. Мяу! 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 Соседи сейчас с ума сойдут. Я вот, знаете что? Каждое утро, когда встаю, прихожу в зал, я вижу, что у нас часы не стоят, а лежат. Почему они постоянно так лежат? Они у нас падают постоянно. Я ухожу спать, они вроде нормально. Вот, кстати, у нас уже почти 12 часов ночи. Зараза. Я же испугался. Так, стоять. Ну вот, все, стоят.
время? Ну, время уже поздно, на самом деле. Но время так быстро пролетело. Очень быстро. Очень быстро. Ну, держи. Очень быстро. Зачем? Не надо? Пошли. Руки делать. Руки делать. Если вы хотите спросить, почему я уроки не делаю, потому что я уже все экзамены сдала. У меня все новые темы начинаются. Поэтому ничего не делаю. Катя просто везет. А вместо того, чтобы радоваться, что ей ничего делать не надо, она убивается. Плохо. Я бы на твоем месте бы радовался, валялся бы на диване счастливый. Если бы ты там сидела бы, занималась чем-то, я бы тут лежал бы и радовался жизни с улыбкой. Ну вот я лежу и периодически радуюсь. А периодически не радуюсь. Тебе все сложно. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.